ассалаумағалейкум құрметті көрермендер бұл елмен елші бағдарламасы әзірбайжан қазақтың туысы түбіміз бір елдің қатынасы қалай дамуда соған жауап іздейміз бауырлас қазақ және әзірбайжан елдерінің туысқандық тамыры теренде жатыр түркі дәуірінен бергі қарым қатнас әлі үзілген емес экономикалық саяси мәдени байланыстарда қос мемлекеттің бір біріне қосқан үлесі өте зор каспий арқылы экспорт пен импортты өркендетіп отырған қазақстан мен әзірбайжанның тауар айналымы өткен жылы қырық миллион ақш долларын құраған Ассаламу алейкум ришат Адыныч. большой вам рахмет за то что вы согласились дать нам такое интервью спасибо большое добро пожаловать присаживайтесь пожалуйста алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге сізге көптен көп рахмет менің сұрағым мынау Азербайджан, қазақстан қарым қатынастары нығайып жатыр соған қандай баға бересіздер Спасибо большое. Я хочу вас поблагодарить за то, что нашли время, посетили нас и создали такую хорошую возможность рассказать о нашей стране, об Азербайджане, о азербайджано-казахских отношениях, о общих ценностях, о перспективах и реалиях наших отношений. В 1991 году, 18 октября, Азербайджанская республика, Азербайджанская ССР в связи в с... Связи Распадом СССР Азербайджан объявил о восстановлении своей государственной независимости и стал правопреемником Азербайджанской демократической республики, которая прошло 23 месяца. И с момента обретения восстановления своей государственной независимости Азербайджанская республика столкнулась с большими проблемами. В связи с приходом к власти националистических сил, Народного фронта, началась в Азербайджане, начались большие проблемы, проблемы, связанные и с соседними государствами. Сейчас, в результате оккупации 20% территории Азербайджана соседним государством Республика Армении столкнулся с огромным потоком беженцев и вынужденных переселенцев. 200 тысяч азербайджанцев были переселены из Армении в Азербайджан, и 800 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами из своей же территории в связи с оккупацией 20% территории. И в 1993 году в связи с просьбой народа к власти возвращается Гейдар Алич общенациональный лидер азербайджанского народа. За короткий период Азербайджан восстановил свои доверительные отношения со всеми соседними государствами, естественно, кроме стран оккупанта соседней Армении, и началось строительство экономики Азербайджана. В 1994 году в мае вместе был подписан договор с Арменией о приостановлении боевых действий, который не означал окончание войны, но приостановление боевых действий, и Азербайджан получил возможность передышки для восстановления своей экономики и строительства государства Азербайджан елі барлығы мұнайды мынау каспий теңізінен сол каспий теңізінің шельфынан алады сол енді каспий теңізінің қасында бес ел тұрады сол елдердің нелері проблемалары сол каспий теңізін қалай бөлу керек соның құқықтық қок статусы қандай екен соны қалай шешіліп жатыр сол туралы қандай ат салысып жатыр әзербайжан елінің елшілігі не деп айтады екен в том плане что за 25 лет независимости азербайджан реализовал очень много крупных, многомиллиардных, транснациональных э, проектов. К этому проекту можно отнести э, турбопровод баку тубилиси джейхан который, который смог, э, который смог э, доставить азербайджанскую нефть, каспийскую нефть, в том числе и казахскую частично нефть, э, до Средиземного моря. Это Азербайджан, Грузия и Турция до Средиземного моря. Азербайджан реализовал свой газовый проект Баку-Тбилиси-Эрзурум, это Азербайджан, Грузия и территория Турции. Сейчас, вы знаете, мы реализуем очень большой проект под названием Танап, который свяжет турбопровод, восток Турции с западом Турции, с западной границей Турции, а дальше с реализацией проекта ТАПА мы доведем наш газ до потребителей Италии через Болгарию, Грецию и Атлетическое море до границ Италии. Мы реализовали трубопровод по нефтепровод, который называется Бакусупса. Это Азербайджан, территория Грузии, Черное море. Мы восстановили и увеличили объем действующего трубопровода Баку-Новороссийск который проходит по территории Азербайджана, Российской Федерации и на Черное море. Мы вот, заканчиваем в этом году амбициозный проект баку билиси карс Это проект железных дорог, который свяжет Юго-Восточную Азию с Лондоном. Мы свой участок железной дороги завершили огромное внимание уделяем развитию туризма в Азербайджане. В связи с развитием инфраструктуры, естественно, это подтягивает развитие и туризма в Азербайджане. Если обозначить цифры только за полгода, то в 2016 году количество казахстанских туристов в Азербайджан увеличит на 17,5%. И практически через каждые 300 километров в Азербайджане мы построили современный аэропорт, международные аэропорты и э, автомобильные дороги север-юг, э, запад-восток, которые соответствуют европейским стандартам, построенные, тоже и внутрирайонные э, э, дороги, они способствуют развитию э, туризма. Вы знаете, что из 11 в мире имеющих климатических поясов, 9 имеются в Азербайджане. То есть, если на севере у нас развивается горнолыжный спорт, то на юге у нас... Э, цветут и растут цитрусовые. И э, многочисленные международные мероприятия, форумы, которые проводятся в Азербайджане, они тоже способствуют увеличению э, потока туристов в Азербайджан. Азербайджан традиционно является сельскохозяйственной страной. <coughs> Наряду с нефтяной индустрией мы всегда являлись <coughs> источником э, качественного качественных продуктов питания для всего Советского Союза. И сегодня Азербайджан восстановил и восстанавливает свою былую мощь. И мы практически единственная страна по советскому пространству, которая полностью обеспечивает первым необходимым продуктами питания. Обеспечиваем. Да, сами обеспечиваем себя. И тот излишек, который у нас появляется с каждым годом все больше и больше. Жбек жола, сал навжатр вахта, сол, Дает нам возможность увеличить экспорт полученной продукции, в том числе и продовольственной продукции в иностранные государства, в том числе и наш брат Казахстан. Именно в целях стимулирования азербайджанского агросектора, производственного сектора и промышленного сектора, мы, по инициативе, кстати, казахстанской стороны, построили в городе Актау специальной экономической зоне Мурпорт современный логистический центр, производственный логистический центр. Этот логистический центр с объемом чуть более 9 тысяч квадратных метров, очень суперсовременное такое, такое предприятие, в состоянии принимать, складировать и отправлять весь экспорт из Азербайджана. Мы сейчас посещаем многие регионы Казахстана. Вот в частности, пару недель назад мы были в Западно-Казахстанской области, потом были в Атраусской области, презентовали возможность этого логического центра и презентовали экспорт предприятия в Азербайджане с экспортным потенциалом. Их более 400 вошел в наш каталог. И мы ищем дистрибьюторов в Казахстане, в разных регионах Казахстана, которые будут в централизованном порядке посредством нашего логического центра импортировать, доставлять в регионы Казахстана и распространять для продажи. Мы и сейчас имеем в определенном объеме экспорт сельхозпродуктов в Казахстане, но Казахстан – огромное государство, и некоторые из его регионов не э, имеют неблагоприятные условия для развития сельского хозяйства, которому нуждается в постоянном обеспечении. И мы рассчитываем, что э, э, мы тоже должны играть какую-то роль в обеспечении продовольственной безопасности нашего братского государства Казахстана. Манау, Азербайджан или Казахстан экономика с экономика да, копшхара көп сатамыз сол мұнайды, сол экономика мұнаймен байланысып тұр. Вы правы, наши страны традиционно являются нефтедобывающими. Как вы знаете, первая в мире скважина промышленным путем была именно пробурена в Азербайджане. Впервые в мире на морском шельфе именно в Азербайджане начали добывать нефть. И еще с конца XIX века с участием братьев Нобелей в Азербайджане развивался нефтяной сектор. Братья Сименсы в Азербайджане развивали горнодобывающий сектор. И вот эта традиция в начале, в конце XIX, начале XX века в Баку, Баку наступил в результате вот этих э, технологического прорыва в Баку произошло, э, начался нефтяной бум. Именно э, э, архитектурные дома, архитектурная часть, не нестаринная архитектурная часть города была построена с участием э, нефтяных магнатов, при помощи инвестиций нефтяных магнатов и с участием европейских архитекторов в Баку. Естественно, на советскую период нефтяной сектор тоже развивался. Азербайджан обеспечивал э, Вторую мировую войну нефтью. И э, весь э, весь кадровый потенциал советского нефтяной школы находился в Баку. И э, мы, наши специалисты, э, разрабатывали и, и э, разведывали э, месторождения в том числе Казахстана. Как вы знаете, Кашаган был открыт нашими специалистами. И Мангашлах Нефть долгое время был подчинен Бакинского бакинское нефтяное вот управление еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл болды болып жатыр сіздің елдегі де тәуелсіздікке де 25 жыл біздің мынау телекөрермендерге сіздің мынау қандай тілектеріңіз болады Мы сыграли важную роль обеспечения энергетической безопасности в мире, и на этой карте имеем свое очень важное и уважаемое место. Мы имеем прекрасное будущее. Я хочу пожелать всему казахскому народу благополучия, счастья и казахскому государству, казахстанскому государству процветания и успехов дай Бог, чтобы следующие 25 лет мы, мы утроили свои достижения и укрепили свою независимость. Я поздравляю всех казах... весь казахстанский народ и наш братский казахский народ с этим величайшим праздником 25-летия. Кроме за, бугун бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз өйткені сұхбатыңыз өте сапалы маңызды өз еліңіз туралы біздің еліміз туралы өте жақсы айттыңыз көптен көп рахмет ғұмырыңыз ұзақ күндеріңіз сәтті болсын